Здрасте, дорогие телезрители, у меня для вас сегодня есть охрененная новость. Сегодня в разных концах планеты были зарегистрированы случаи массового повреждения рассудка. Люди начинали вести себя, подражая интернет-мемам. Мир с содроганием смотрит за распространением смертельного вируса, инфицирующего пользователей мировой сети. Владислав, здравствуйте. Да, здравствуйте. Сейчас, по данным нашей разведки, мы находимся рядом с одним из очагов распространения этой заразы. Однако наше Министерство культуры и развития уже направило сюда отряд своих крутых парней, чтобы они надрали тут всем задницу. Британские ученые окрестили это явление синдромом Мегуста. Компания «Настоящая боевая отвертка» в сотрудничестве с творческим объединением «Шараш-монтаж» с гордостью представляет. Внимание! Просмотр данного ролика может нанести непоправимый вред вашей психике, потому что количество содержащихся веществ превышает все допустимые нормы. Заблокируем и загрузим, девочки, настало время развлечься. А черт из два, хреновы засрать, если пройдете. Да ладно, парни, хрен бы с ним, с этим дзидули. Давайте-ка лучше на лифте прокатимся. Отдебидирован. А вот дерево, разбегаемся отсюда нахрен. А нельзя так просто взять и убить Крипера. What the fuck?
болтал. I'm a fire and I'm a laser.